А кто вам сказал, что это было последнее? Вам показалось. Это был, знаете, ложный финал или полуфинал, я так называю. У нас в зале еще есть чудеснейший человек, Роман Курцев. Я вас попрошу, ну тоже это будет экспромт. Я даже не знаю, что он приготовил, что... Но вот этот белый рояль в кустах, он должен зазвучать, потому что он стоит здесь, красивый такой. Роман, может быть, пару слов и вперед. Леша, ты молодец. Правда? Да. Конечно, не один я так думаю. А я, в общем, с Лешей как-то вообще познакомились давно на какой-то презентации ресторана. Вот, я так слежу за его развитием. Он для меня такой пример, когда можно выступать отдельно. Не, я еще нормально. Вот, и всегда он меня на самом деле вдохновляет, что вот это, ну, грубо говоря, да, человек, у которого получилось. Другой вопрос, чего ему это стоило, я понимаю. Но, тем не менее, у тебя получилось, у многих-многих миллионов не получилось. Никогда не забывай об этом. Вот, и на самом деле, он меня вот так вот прикольно вызывает. Вот на самом деле, я бы знал, в прошлый раз мы с тобой играли Love Story, надо было в этот раз играть Love Story, но, короче, сыграем что-то другое. Я начну играть. Ты ее знаешь? Если тебе нужна другая тональность, ты потом мне как-то намекни, ладно? Ну, я тебе просто помогу сейчас. Ты говоришь, получилось, у меня еще пока ничего не получилось, но получается. И я тебе объясню, почему. Я тебе скажу, почему. Получилось, да, хорошо. Но я хочу вернуться немножко на шаг назад, потому что у меня гениальная жена. Все, что будет звучать сейчас, ответственность берет на себя Роман Куровцев. Запомните это имя. Мы как-то выступали с ним на Первом канале «Доброе утро». Вот. И композицию «Вечная любовь» мы тогда исполнили с нашим другом Виталием Чебейко. Вот такая музыка. А можно меня погромче? Да, погромче. Роян, кстати, тоже в монитор. Thank you.
люблю. Друзья, я понимаю, что многие собираются и покидают зал, но я не могу остановиться и сейчас исполню для вас еще одну уникальную композицию, которую не играл никогда. Но с детства обожаю этого исполнителя и его творчество. Речь идет о его величестве Майкле Джексоне.